Александр Зеленцев. Значит, вот еще одно мы сейчас у нас солнце, проблемы, естественно. Значит, когда сейчас будет представить саммит, и вот когда первого салона исполнил эту речь на концерте, то сидящие в зале сказали, что Кузьмин писал на него стихи, просто на нем. Представьте себе, такой вот серебряный век, вы все, так сказать, познавший мужчина, мужик, знаете, вот, и он не все, ничего не удивляет, ничего не удивляет, но он мужик, вот, я думаю, что переводить не надо, еще поскольку на русском языке, я стихи Михаила Кузьмина на русском, и он, все стихи, мысли все эти слова, все, не слышит, да, сопровождение тоже. Вы хотите что-то сказать? Да. Пока это... Александр Зеленин. Я мало знаю, но пока это моя любимая песня из Мусеевска. Yeah.